Под утечкой информации подразумевается незаконное получение либо передача защищенных сведений. По результатам недавно опубликованного отчета российской компании, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе, выяснилось, что объем утекших персональных данных в 2023 году составил более миллиарда записей, что почти на 60% выше уровня 2022. Всего из российской компании утекло около 95 крупных баз данных. Более 80% сливов произошли в результате кибератак. Большая часть совершенных взломов была осуществлена самими сотрудниками. Работники могут специально или случайно выдать конфиденциальные данные, передать информацию конкурентам после увольнения. Чем больше у предприятия конфиденциальных данных, тем сильнее должна быть система защиты. Мы видим сейчас инициативу финансовых организаций в связи с тем, что более 50% утечек происходит из финансовых сфер. Например, внесен такой законопроект о дисквалификации работников информационной безопасности на сроки до 10 лет при совершении утечек персональных данных из их организации, в которой они работают. Даже имея систему защиты, невозможно обезопасить себя на 100%. Пользователи интернета спокойно могут, сами того не зная, столкнуться с злоумышленниками. Ущерб от утечки информации имеет непредвиденный характер. Пострадавшим от кибератак, чьи данные утекли, могут звонить мошенники. Также информация, которую они получили, скорее всего, содержит в себе сведения о месте работы. Поэтому злоумышленники могут писать потенциальным жертвам с поддельных аккаунтов руководителей и таким образом выманивать деньги. Основное – это слабые пароли, это редкая замена паролей, это уязвимости технических и программных средств, также редкая смена паролей пользователями, отсутствие антивирусной защиты на компьютерах. А последствия для граждан, которые опрометчиво предоставили свои персональные данные нарушителю, могут быть любые – финансовый, репутационный ущерб, да вплоть до ущерба здоровью, если, например, будут изменены его медицинские данные. В наше время полностью оградить себя от потери данных можно, лишь совершенно отказавшись от смартфонов, компьютеров, сервисов и переписок. Таким мерам предосторожности люди пока еще не готовы, но обезопасить свои данные возможно. Для этого работодателям следует проводить тренинги по повышению осведомленности сотрудников. В повседневной жизни люди, не имеющие отношения к компаниям, могут настроить двухфакторную аутентификацию, изменить все раскрытые сведения, отслеживать все свои учетные записи, а самое главное – защитить свои финансовые данные. Вы знаете, как это очень разные методы, способы, тактики защиты для физических и лиц и организаций. В случае с физическими лицами, скорее всего, это очень взвешенное отношение. Это проверки поступающей информации с использованием средств вычислительной техники, с использованием телефонов и по электронной почте. А вот в случае с организациями это очень серьезная работа, это построение системы защиты информации, которая в себя включает эшелонированную защиту, организационные, технические и иные мероприятия. В случае с физическими лицами, я еще раз повторяю, это в основном критическое отношение, это не следование требованиям злоумышленника, это всегда необходимо подумать, прежде чем последовать за каким-то электронным письмом, с каким-то требованием, поступившим, вероятно, из банка либо от финансовой организации. Стоит отметить, что в 2023 году в Госдуму Российской Федерации внесли законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В случае, если компания никак не обеспечивает их сохранность, тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, будут грозить срок до 8 лет тюрьмы, штрафы лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Вероника Чулакова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.